So today we will read 20 Radha Rasa Sudhanidhi 23 about Radhika's footsteps. Ага, спасибо. For example, I want to say something about yours, which is good point. I have read something, and I found I want to speak in the beginning about yours. Very good. But after the Madhava work, I was giving some book to speak. Радхачарана, очень плохо слышно. Рады-рады. Галина Бахини, у меня большое предложение. Давайте вы будете переводить. Ну, то есть это невозможно. То есть никто не слышит, не понимает. Давайте вы. И баджан, если можно, с ананты вы споете. Нет? Это нереально. Ну, по поводу перевода я как бы полностью это под руководством, ну, как бы как решат на мои старшие, мои дорогие, любимые вайшнавы. А по поводу баджана мы бы с удовольствием спели. У нас полный дом родителей, муж на работе. Ананта в своей кунже. У него теперь кунжа вриндаванская на его ферме. Он говорит, что там утром реально Вриндаван, там встает солнце, все в дымке, поля, вышел олень. Поэтому у него Вриндаван там, он там медитирует. А где эта кунжа? А он работает на ферме, и в 5 утра он уже там. То есть это вот наши поля кубанские, и с утра это Вриндаван. I'm saying about my husband, who now Radha Govinda is asking to sing, my husband to sing, and I'm explaining that he's already in farm, he's working at farm, and he's saying that in 5 a.m. they have like Vrindavan in this field, like this the fog is coming, the sun is rising, and even one deer he came across, so he's my husband, he's in meditation on Vrindavan every day, so I'm explaining that he's now not at home. Is there? Yeah, I think it's nice, beautiful. Вриндаван, я настаиваю насчет перевода, чтобы вы, ну это ваше дело, вы родненькая, ты что? Давайте переводить. Не. Рада, у него есть японский, хорватский тун, немецкий, ради бога, когда вы на работе. Но русский, пожалуйста, моя просьба. Слезная у ваших стоп. Давайте вы будете переводить. У вас нормальная связь, то есть все слышно, можно задавать вопросы в теме. То есть последний месяц я вообще не выпал из зумов, потому что его не слышно, он ничего не делает, ну, чтобы что-то улучшить. И невозможно слушать, невозможно погрузиться в это. Пожалуйста. Рады-рады. Ну, мы попросим тогда. Радха Говинда, now he is asking me to translate, because he's saying that because of this sound problems, internet problems, he cannot hear and he cannot dive deep into our Russian Zoom because of connection, because of translation, he cannot hear properly, so like this. А читать Дамодар ты будешь, да, сегодня? Я не планировал. Радхачаран выбрал стих, я думал, что он будет читать. То есть сначала я прочту на русском, потом Смити прочтет на английском. И в каких моментах мы будем останавливаться в просьбе того или иного преданного и обсуждать. Рада Чаран Прабу, вас не слышно, вообще не слышно, практически вот совсем. He's telling what they couldn't hear me at all.
They cannot. Now you can hear. Очень плохо слышно. Now you can hear. Rade, rade. Can you hear? А вы слышите меня? Rade, я слышу очень хорошо. Но... Я не слышу. Я плохо слышу. То есть, да. Далеко он далеко от микрофона. Да, Rade, тебе нужен микрофон. Вот, если ты хочешь вести, то микрофон. Ты подготовься. И пускай Сунити и Говинда Махини. Давайте вот по схеме. Это изумительное просто. Изумительное. Стих неважно какой, да, какая игра. Пусть нас Сунити погрузит. Джаянанда. Мы тебя не слышим, Rade Chiran. Вообще не слышно, нет звука. Rade, Rade. Нет звука. Говинда Махини, давайте вместе с Сунити, кооперируйтесь и давайте... Rade Govinda, подожди. Это просто технические проблемы. Меня сейчас слышно? Сейчас слышно? Просто Rade Govinda, это может быть желание Гурудева определенным образом, чтобы наш Zoom проходить, пусть он будет так, как, вот, как Гурудев хочет. Я просто сейчас только что сказал, что за техническую часть я не отвечаю. Где стоит микрофон, как поставлены экраны, я за это не отвечаю. Меня единственное, что попросил Шугурдев переводить здесь, на месте, потому что преданным легче слушать, когда есть проблемы связи. Если, если Говинда Махини хорошо в связи, ее хорошо слышит, то лучше, чтобы она переводила. Вот так. Это мое желание. Сокровенное. Хорошо слышу. Да, чтобы Говинда Махини переводила. Русский Zoom, для тебя есть немецкий, хорватский, японский. Rade Chiran, ради бога. И там есть еще Сунити читает. Гауравани, Утхова, переводите. Новорусский Zoom оставь для ее севы. Я прихожу послушать ее, ее реализации. Это русский Zoom, в конце концов. Ты что, блин? Rade, Rade. Ну, я тоже, я хотела бы слушать. Я очень долго, у меня была эта сева. Я сейчас, ну, я больше бы слушать хотела, пожалуйста. Говорит, пусть будет, как Гурудев говорит. И у меня, правда, у меня со связью, вы знаете, что у меня тут, ну, мне тоже очень всегда неловко, когда у меня зависание, когда Гурудев спрашивает, we're talking about our problems with this connection, like this, some technical stories. А может, просьба, камеру посмотрите, кто будет читать, Сунити, на никто, мы ее не видим. Ну, как обычно, отрывками, а Сунити будет читать на английском. Камеру ты услышал, Rade Chiran? Ты рядом там сидишь. Поверните камеру на читающего, на ведущего, пожалуйста. Так она, Rade Govinda, установлена, камера-то. Джаянанда, Сунити, она же закреплена. Так вы Сунити не видите? Я не вижу Сунити. Нет, она здесь закреплена. Она в отдельном окошке. Полистайте, она в отдельном окошке. Они вместе, Джаянанда и Прабу, в отдельном окошке, а Rade Chiran в отдельном окошке. Не, у меня с техникой все нормально, не переживайте. Thank you, Сунити, please. Yes. Мата, please. Свит Катха, Rade, Мата Катха. Rade, Rade. We are reading Shishi Rada Ras Sudanidhi, verse 23. Oh, Rade, when can I follow you? When you go to a trysting bower, the slow gait of an elephant, eager for love play, while I carry divine, soft, sandalwood paste, perfumes and garlands with me, and I am showing you the way. Was doing translation now? Govinda Махини. О, Радха, когда же я буду идти за тобой, когда ты идешь на место встречи медленной походкой слона, жаждущего любовной игры, а я в это время несу божественно нежную сандаловую пасту, благовония и гирлянды и показываю тебе дорогу. Great eagerness for love play. Комментарий называется «Великая жажда любовных игр».
Sri Radha's lusty desires outwardly appear to be the same as the lusty desires in the material world. Страстные желания Шри Радхи внешне проявляются так же, как и страстные желания в этом материальном мире. But factually, these are pure desires to please Krishna's senses. Но на самом же деле ее желание — это чистое желание доставить наслаждение чувствам Кришны. So maybe before we start, I want to share a little bit with all of you what is the mood right now here with Gurudev the last three days. Yes, please. И Суните говорит, что перед тем, как мы дальше отправимся в путешествие по комментарию, я хочу рассказать о настроениях, которые царят у Гурудева вот последние несколько дней, три дня. We were reading verse 28 of Radharas Sudhanidhi for like three days now. Уже три дня мы читаем 28 стих Шри Радхарасу Суданидхи. And Gurudev always explained to us what is the meaning of a saintly mind. И Гурудев, он на протяжении всех этих дней пытается нам снова и снова объяснить, что же значит святой ум. Because this verse starts with "Oh, saintly mind." Потому что в этом стихе тоже упоминается святой ум, обращение к нему, о святой ум. And I just want to share with you that Gurudev has been very strong with us these days. Я хочу сказать, что Гурудев так себя вел очень сильно с нами. To make sure that if we want to take shelter of Shrimati Radhika in the right mindset, in the right heart feelings. Он был так же, жесток, потому что он все пытался до нас донести, чтобы мы действительно поняли, каким умом нам можно будет принять настроение Радхики, в каком умонастроении мы должны быть. We have to check ourselves if we are in the saintly mind or not. Мы должны себя всегда проверять, и находимся ли мы сейчас, наш ум сейчас является святым или нет. The saintly mind is always in a loving and fixed feeling towards Shrimati Radhika. Святой ум всегда находится в зафиксированном, то есть он всегда зафиксирован на Шримати Радхике, и он наполнен любовными чувствами. And Gurudev has been hammering us, I tell you, hammering every day. И я вам хочу сказать, что Гурудев нас буквально, как это сказать? Hammering, it means like this. Beating. То есть, with words. Hammer от слова этот молоток. То есть он нас просто вот как по голове бил словами, вот сбивая нас вот. Смысл этого, важность этого. Sometimes the guru gives the lotus flower or the rose, and sometimes he gives the danda mercy. That is like Nita's mercy, Balaram's mercy. Like, don't you understand, you fools? What can I do to make you understand? Вы знаете, что у Гурудева может быть настроение, когда он дает цветы, розы, да, нам преподносит. А есть такое настроение Баларамы, да, когда он нас просит данда, милость данды, да, когда он, да что вы не понимаете, ну вот вы глупцы, вот такое настроение, тоже одна из видов милости. I got so confused by this energy of Balaram. This morning he asked me, what was Lord Chaitanya's mood? Я была так. Sorry, can you repeat, please? Gurudev asked me, in this mad mood. So where did Lord Chaitanya get his mood from? Я, говорит, была так смущена этой энергией, этим настроением Баларамы, вот этим, да, жестким. И Гурудев сегодня тоже, находясь вот в своем вот этом экстазе, он говорит, а как ты думаешь, откуда у
Шичайтани, откуда у него это настроение, это безумие, откуда он его взял, у кого? And my mind was a little bit upset. I was thinking about Ishvara Puri, and I said, Ishvara Puri, about the guru. Я почему-то подумала, ну у кого можно настроение взять? У гуру, да, у того, кто инициировал, я подумала, что это Ишвара Пури. Yeah, he became so. Amaro Pari! И Гурудев, он огромные глаза сделал, удивленный, он очень удивился, его глаза расширились. And what did he say? Mayavadi. Mayavadi? Yeah, sannyasi, you know. Like this. Он закричал, Mayavadi. Oh, I thought, okay, of course, Gurudev, sorry, it's Srimati Radhika, and he just, you don't know nothing, you know. И Гурудев, он был так, ну, как сказать, да, он разгневался, он сказал, что от Mayavadi? Я сказала, ой, Гурудев, я ошиблась, там что, от Радики, от кого он? Он говорит, ты не знаешь ничего, он был очень жесток. So each one of us got a real good mercy. И это настроение, это когда он ругается, да, так это тоже большая мощь. And he is mostly explaining to us what is the difference between being in the sky bath or in sanctuary bath. И также он пытается в нас бить это, да, объяснить нам всем, что значит быть в sanctuary bath и быть в sky bath. And not only in a philosophical way that we are the Radha Dasis, but also in the human levels, how much my mind is still flickering, how much am I really, you know, in every second remember who I am. И он это нам пытался объяснить не только с философской точки зрения, что да, мы все следуем по пути Радха Дасьи, но и в очень практичном понимании обычной жизни, насколько наш ум отклоняется от цели. So maybe you guys want to also share a little bit about what you feel about that, that then we can continue maybe. So Guru David is saying, what is subject and what is, who is subject and who is object? И Суниди предложила Джайананде Махараджу тоже поделиться, и Джайананда говорит, что Гурудев он спрашивал, кто есть объект и кто есть субъект. So and then and also what does mean object? What does mean subject? So what do you mean subject? What do you mean object? И что подразумевается под субъектом и объектом? Then we say, oh, object is God. Объект — это Господь. And I literally say, like Vishaya is subject, and Ashraya is object, Vishaya is subject. And then, я объяснил, сказал Гурудеву, что Вишая — это объект, а субъект, а Ашрая — это объект. Я сказал так. What do you mean, Vishaya? Oh, Vishaya is enjoying, and Ashraya is enjoyed, or someone who is in service. И тогда Гурудев спросил, а кто такие Вишая и Ашрая? Я сказал, ну Вишая это тот, кто наслаждается, а Ашрая это та, кто служит, та, кто дает наслаждение. That's it. Okay. Ashraya means shelter. Yes. So, он говорит, тогда Ашрая получается, что это прибежище, я сказал, да. Кто принимает прибежище? So, Krishna want to take shelter, Radharani. This is Mahaprabhu. So, generally speaking, Krishna is the Supreme Lord. She didn't get that. Krishna wants to take shelter. Yeah. So Krishna want to take shelter Radharani. So that is Mahaprabhu's mood. It was Gurudev saying this, or you were saying this? So I say, and then Gurudev say, or maybe Gurudev say, maybe Gurudev say, also maybe I may say, that is okay. He wants okay. to. Okay.
what we clearly understood, what Srimati Radhika is so glorious in her love, what Krishna is a foreigner on the love territory of Srimati Radhika, and he is becomes for Shishya, means disciple, so, means he's subject, she's object, she's the goal, she's the main person. Is what he wants to have. So, please let me translate. Please let me translate. Small gap. И Гурудев спросил, да, про Ашрая Вишая, и Джайананда Махарадж объяснил, что Кришна хочет принять прибежище у Радхики, потому что, да, он как субъект, а Радхика как объект. И они обсуждали, что это есть настроение Махапрабху, когда Кришна, он является полным таким чужестранцем, да, вот в этой обители, в этом царстве любви Радхики, поэтому он становится ее шишей и принимает у нее прибежище, потому что ашрая значит прибежище. So Krishna does not know real love of Radha. И Кришна не знает истинной любви Радхики. Then that love is unknown to Krishna. И нужно понимать, что ее любовь, она для него просто непонятна. Кришна want to know, and he become shishya of Shrimati Radhika. И для того, чтобы познать эту любовь, он становится учеником Шишьи Радхики. So that mood that we can understand Mahaprabhu. Благодаря этому настроению мы можем понять Махапрабху. So, maybe we got so much mercy from Gurudev in the form of chastisement that we just want to share. We have become very humble. И мы получили так много милости от Гурудева в виде его то, что он на нас ругал, да, очень сильно ругал. Что мы хотим вам просто этим поделиться и сказать, что это помогает нам быть смиренными. Actually, in this meeting was three devotees who is new for our group. They just came, and Gurudev couldn't correct them in his way, and he chose his old friends for this. Actually, he corrected his three guests. They understand him. But externally, meeting Jainandaji and Sunitaji. And honestly, я правильно поняла, Рада Чаран Прабу, что он для того, чтобы скорректировать гостей, но он не будет на них ругаться, поэтому он ругается на своих учеников для того, чтобы научить гостей. Да? Это то, что я видел. Also, Guru Dev is stressing Sai Baba. If you have Sanchari Baba, you cannot attain goal. Гурудев, он корректирует нас, он направляет нашу Стай Бабу, да, он учит нас, ну, что такое Стай Баба, для того, чтобы мы не отклонялись от цели. So, I don't know, yesterday class somebody attended or not, I don't know. Yesterday is Japanese class. Didn't pass on the course. No, we wasn't there. Okay, so anyway, so this thing, so Narayan Maharaj explained Raganuga Bhakti. И Джайананда Махарадж говорит, не знаю, кто вчера присутствовал из русских, да, Бхакти, и вообще всех на японском классе или нет, но мы обсуждали, продолжали читать книгу «Сокровенный путь преданности», где Нараяна Махарадж обсуждал Рагануга Бхакти. But unfortunately, so this not the subject of Radha Dasi, like a Gopi Baba. Но, к сожалению, там обсуждалось не Радха Даси, там обсуждалось Гопи Баба. Then Gaurasundara Prabhu said, oh no, this is not our subject matter, stop it, something like that. Да, и тогда Гаурасундара Прабу, он немножко восстал и сказал, ну, нам не интересно это читать, это не про наше настроение, давайте перестанем эту книгу читать. I also recognize it. Sunita and myself recognize it, and so, but Gurudev also is a little shocked because
Naren Maharaj did not to say straightforward to Radha Dash. И мы тоже суните почувствовали, да, что это настроение, оно не характерно для него. И Гурудев был в шоке, как это Нараяна Махарадж, он им не сказал, вот это не указал правильную цель, вот эту прямую на Рада Даси. So we want to fix one Sai Baba about Radha Dasi. Потому что мы хотим зафиксироваться, да, чтобы у нас была Sai Baba в Рада Даси. So yesterday the point is, but if we hear about Gopi Baba, then we may confuse it. Если мы будем слушать о Гопи Баве, то это не будет способствовать нашей стае Баве. У нас могут быть ну, какие-то сомнения, смущения, да, ума. So therefore, Guru Dev also disturbed, some devotee disturbed it. Sorry, one devotee, what he did? Some devotees and also Gurudev is also disturbed, does not want to hear. Disturbed, okay. И преданные были обеспокоены, Гурудев тоже был обеспокоен этим настроением, которое в книге проявилось. So I also a little bit explain. There is two sampradaya. Traditional sampradaya and newly created sampradaya. New sampradaya and traditional sampradaya. Я вчера объяснил, что существует две сампрадаи. Одна традиционная, вторая такая, созданная недавно. So, traditional sampradaya stress one Sai Baba, Radha Das. И в традиционной сампрадаи одна там Sai Baba, да, и цель на Radha Das. But new sampradaya they describe many Baba. So it is difficult to fix ourselves, one Sai Baba. Но в новой сампрадае там присутствует несколько разных Баб, поэтому там очень тяжело зафиксироваться в Sai Baba, зафиксировать свою одну Бабу. So actually, we are very fortunate to have such a Lashka Gurudev, and he fixed us one Sai Baba, Radha Das. Нам очень повезло, что наш Гурудев, он приверженец вот этой прямоты, и что он нас старается зафиксировать в нашей стае Бави и указать на нашу цель Радхадаси. So he stressed Sai Baba recently very, very much. И он очень сильно нас выпрямляет, да, нашу дорогу прямо, да, фиксирует нашу стае Бави. Oh, you are not to fix it. You are sanctuary. You are moving like this. И он говорит нам всем, что посмотри на себя, ты туда-сюда, да, ты двигаешься, твоя баба, ты не зафиксирован. So he want us to fix one point, one baba. Он хочет, чтобы мы были однонаправленными, зафиксировались в одной бабе. Then I'm asking, so how to fix it? One Sai Baba. И тогда я спросил Гурудева, ну как нам зафиксировать нашу Sai Baba, фокусировать? His answer is the service. We are dasanu. Гурудев сказал, это служение. Да, мы, потому что мы даса. So if we fix our mind 24/7, the seva service of our Vaishnava or the servant of Radha Dasi, Lashka Vaishnava. Then we stay one Baba. Если мы сможем зафиксировать наш ум 24/7 на служение Расика Вайшнаву или его даса, то тогда мы сможем быть сфокусированы. Little bit we speaking about Krishna and not Radha Krishna, then he smash. No, you are not star, you are sanctuary, like this.
Если мы говорим о Кришне и не говорим, что это Радикин Кришна Гуруде, все, он очень жестко обрубает и говорит: нет, ты не стаи, у тебя нет стаи бан. And also his story, Guru is not the God. И также он очень жестко нам, ну, пытается объяснить, что гуру — это не цель. Guru shows the way. Что гуру только показывает путь. Our God is Radhika. Он указывает на нашу единственную цель, на Радику. That he stories many times. И это он много-много раз повторяет. Sometimes he says, oh, you are Maya body, you are thinking Guru is God. Иногда он ругается, говорит: о, ты настоящий майявади, потому что ты сделал гуру своей целью. So guru is just show the way. Гуру, он просто указывает путь. We know God. We know the God. We have to know the way. А мы должны установить себе цель, знать, куда мы стремимся, и поэтому выбираем нашего проводника, наш Sorry, путь. I talk out of. And also one thing, Gurudev recently said to new people, three new people came from ISKCON and Gurudev and devotee. From where? Sorry? From where ISKCON did they come? And someone who is also Gurudev Mata, that kind of meet thing. Uh-huh. В Германдире появились трое новых бхакт, они из ISKCON, из Гаудия Матха, и Гурудев с ними общается очень много. So we have to know first thing A. A is we are living entity. We are spirit soul. We have to know. We have to believe it. И он нам говорит, что первое, что вам нужно осознать и понять, что я живое существо, я душа. Это самое первое. The next thing, second thing, B. We have to know Savior. We have to know Savior. То есть А — это познать, что я Атма, да, душа. Б — это нашего Спасителя. То есть за второй шаг. Узнать, кто твой Спаситель. Then, third thing, C. И третье — это В, да, шаг В. Третий. We have to know the relationship. Then assign it. Assign the Savior. Нужно узнать свои отношения и расписаться со своим Спасителем. So what is the sign? Что what значит расписаться? We kind of, you know, like kind of contract. Then finish. Что такое? Расписаться, подписаться. Это как контракт подписать. That is surrender. И что значит эта подпись? Это значит полное предание. Surrender to Krishna. Savior. Предаться своему Спасителю Кришне. Then Gurudev say, what do you mean surrender? Do you understand? What do you mean surrender? И он у них спрашивал: вы знаете, что такое предаться? I say, oh Gurudev, we offer our body, our mind, our words, soul, heart, everything. И я ответил: Гурудев, sorry, can you repeat, please? Okay, so I said to Gurudev, okay, surrender means from our body, mind, words, heart, soul, everything to offer to Krishna. И я ответил, что предаться — это значит свой ум, тело, речь, все отдать Кришне. No, Gurudev said, no. А Гурудев сказал: нет. No, offer your false ego. Give up false ego, ahankara. This is surrender. Гурудев сказал, что предание — это отдать свое ложное эго. Вот это единственное, что нужно пожертвовать. Тогда будет предание. Then, door of love is opened. Тогда двери любви они откроют. Then slowly and progressively we can advance. Then we can attain prema prayojana.
И тогда, как Прабхупада, да, пишет, что после того, как мы расписались, медленно, но верно, мы пойдем к нашей конечной цели, к према-прайоджане. So this is like a Gurudev saying in a smashing. No, no, you don't understand. И просто нужно было видеть, как Гурудев, он вообще, он просто обрубал, очень жестко говорил, нет, это не так, нет, ты не знаешь. Да, да, да. Oh Radhe. Then we can say oh Radhe. И только тогда в таком вас настроении мы можем сказать oh Radhe. When can I follow you? Yeah. Когда же я буду идти за тобой? А какой стих Говинда Махини? Sorry. 23-й. Радха Судханитхи, да? Да, да. Yes, this eagerness. When can I follow you? When you go to a trysting bower? Когда же я буду идти за тобой, когда ты идешь на место встречи? With this pure heart and intense eagerness. Радха Чаран Прабху, по-моему, если у вас включен микрофон, то тогда эхо идет у вас на два окна. Mm-hmm. Sorry, it's some echoing. Please, can you repeat? Praying this with a heart that is full of humility and eagerness at the same time. Это молитва сердца, исполненного глубокого смирения и большой жажды одновременно. Can I follow you? When can I follow you? Когда же я буду идти за тобой? When you go to a twisting bower. Когда ты идешь на место встречи. The slow gait of an elephant. Медленной походкой слона. Eager for love play. Жаждущего любовной игры. While I carry soft divine sandalwood paste. А я в это время несу божественно нежную сандаловую пасту. Pastures. Благовоние. And garlands with me. И гирлянда. And I'm showing you the way. Я показываю тебе дорогу. So, Shla. Anandadas Babaji Maharaj says that from external vision it seems that Srimati Radhika is just like an ordinary housewife eager to meet her lover. Здесь в комментарии говорится о том, что Радика внешне, ее поведение напоминает поведение обычной девушки, домохозяйки, которая очень сильно хочет встретиться со своим возлюбленным. Lusty desires in the material world, he says. Он здесь говорит, что это очень похоже на материальные страстные желания, какие в этом мире есть. But actually, these are pure desires to please Krishna's senses. Но на самом деле все эти желания чисты, так как они направлены на то, чтобы доставить наслаждение чувством, мохом Кришны. She is living in these pure desires, and she is love personified. Purest love, golden, molten gold. Радика, она сама любовь, она как расплавленное золото, она сама олицетворение всей чистоты, всей любви. That is so sweet that it attracts Krishna unlimitedly. И это так сладостно, что это привлекает Кришну в наивысшей степени, это бесконечно привлекает его.
Yesterday, Gaurasundara had one realization, and because he is not here, I want to share this with you. И вчера у Гаурасундары было одно осознание, его сейчас нет с нами, я хочу поделиться. When we were discussing this, how sweet and pure Shrimati Radhika's love is. Когда мы обсуждали, насколько чиста и прекрасна любовь Шримати Радики, вчера мы это обсуждали. He said, Gurudev, now I realize what is the meaning of Krishna consciousness. Тогда он сказал, о, Гурудев, я, кажется, теперь понимаю, что значит сознание Кришны. The only one who is really Krishna conscious is Srimati Radhika. Получается ведь так, кто действительно в сознании Кришны, это Шримати Радика, она одна находится в сознании Кришны. She is inside and outside Krishna conscious. Посмотрите, ведь она и снаружи, и внутри, она полностью, ее мысли заняты только Кришной. She is speaking like this, walking like this, feeling like this, emanating Krishna consciousness. Она вся излучает это сознание Кришны. Она ходит так, она думает так, она действует так, и она вся олицетворение этого. She has no other desire. У нее нет никакого постороннего желания. And we want to become her dasis. А мы хотим стать ее даси. We want to serve her Krishna consciousness. И мы хотим служить именно ее сознанию Кришне. Then we are in our constitutional, in our normal position. И только так мы сможем стать нормальными, да, как Прабхупада на последней страничке пишет, обрести наше изначальное положение нормальное. And then we are safe, then we are fixed, and then we have one goal, and we can go 150 kilometers per hour. И тогда мы будем в безопасности, когда мы будем полностью сосредоточены на ней, и тогда мы сможем развить какую-то сверхскорость, да, и двигаться со скоростью 150 километров в час. So we serve Shrimati Radhika's senses. И так мы сможем служить Шримати Радике. We want to hold the perfumes and the sandalwood and all the paraphernalia for her to please Krishna's senses. И так мы сможем помогать ей, неся поднос с драгоценными маслами, с ароматными благовониями и гирляндами для того, чтобы порадовать чувства ее Кришны. And here she is walking slowly, very elegantly, like an elephant who is very, you know, strong. Посмотрите, как Радика идет. Она идет очень медленно, она покачивается. Это так изящно, так благородно, как походка слона, который очень большой, он очень сильный. And that little maidservant is carrying all the paraphernalia for the great Arati. А посмотрите, эта маленькая служанка идет рядом, и она несет все эти прекрасные параферналии для Арати. To worship their divine love. Чтобы поклоняться их божественной любви. And she is like even helping Shrimati Radhika to find the way because she's kind of drunken in that love, drunken in Krishna consciousness. Посмотрите, эта маленькая служанка, она даже указывает дорогу Радике, потому что Радика, она как запьянённый слон, она полностью безумна от этого сознания Кришны. Therefore, we are safe if we want to please Shrimati Radhika by helping her to serve her beloved Mohan. Поэтому мы в полной безопасности, потому что мы хотим помочь Радике служить её Мохан. And that clarity, Gurudev, is fixing like a big stamp of love in our hearts. Gurudev, он хочет прояснить это. Он постоянно проясняет это, чтобы на наших сердцах просто отпечатать вот это впечатление, да, что мы служим Радике на Кришне.
I want to share it with yesterday's one. So Gaurasundara Prabhu said, oh, I got to the meaning of Krishna consciousness. Тоже хочу поделиться. Гаурасундара Прабу вчера сказал: «О, я наконец-то понял, что такое сознание Кришны». Who is thinking Krishna consciousness most? Кто that находится? Is, so that is Radharani. So Krishna consciousness means Radha. So Radha's goal. And then. Он сказал, что в сознание Кришны обладает только Радика, потому что она полностью погружена в Кришну, и Радика — это цель. With Radha consciousness. Sorry, about Radha consciousness, what? Yeah, with Radha consciousness. Что такое сознание Радики? Oh, you know, it's Krishna. Это Кришна. Of course, you know, our Radha Dash also always consciousness, but on behind, beyond them, Radha's Mohande. Sorry, I didn't get. You know, of course, our Radha Dash also thinking Radha, but to beyond the Radha, behind Radha's Mohande. Ah. И нужно понимать, что Рададаси, они полностью погружены только в Радику, и где-то за спиной Радики они думают о Кришне, то есть там Кришна. This Tulasi Manjari is bring carrying soft sandalwood paste, perfume and garland, etc. А в этом стихе описывается, как Туласи Манджари несет за Радикой, да, на подносе нежную сандаловую пасту, благовония, гирлянды и прочее. So this is not only Radhika, but Radha's mohan. И это не только для Радики, но и для Радикиного мохана. So Radha consciousness is Krishna. То есть сознание Радхи — это Кришна. And the Gurudev said, this Krishna consciousness and Radha consciousness become one. That is Chaitanya Mahaprabhu. Gurudev вчера сказал, смотрите, вот это сознание Кришны и сознание Радхи объединились в одно и стали Шри Чайтанья Махапрабху. Beautiful, Jayananda, beautiful. Рады, рады. Shrimad Rupa Goswami says in Bhakti Rasamrita Sindhu. Shrimad Rupa Goswami говорит Bhakti Rasamrita Sindhu. The love of the gopis has a special sweetness. Любовь гопи имеет особенную сладость. And because it looks just like ordinary lust, the learned have also called it lust. И только из-за того, что она выглядит как обычное вожделение, ученые так и называют ее вожделением. Shripad, in his kinkari form, runs behind Shrimati Radharani as she rushes forward to meet. Шрипада в своей форме кинкари бежит за Шримати, когда она выбегает на свидание с Кришной, полная вожделенных желаний. Filled with lusty desires, showing her the way. И она показывает ей дорогу. Keeping her alert. Сохраняет ее готовой и сильной. And strong. By telling her sweet things about Krishna. И она сохраняет ее готовой и сильной, говоря ей сладкие вещи о Кришне. And carrying different ingredients for the Yugala service. И она несет различные ингредиенты для служения Шри Югала. Such as divine soft sandal paste. Такие как божественно мягкую сандаловую пасту.
perfumes and garlands. Благовония и гирлянда. So what I get in this connection is that the dust is never served according to their own desires. They serve according to Radhika's needs. И что я здесь поняла, очень важное, что служанки никогда не служат сами в соответствии со своими желаниями и представлениями. Они всегда следуют потребностям Радики, служат в соответствии с ее потребностями. For example, it's very interesting that here it is said that Srimati Radhika rushes forward to meet Krishna, means she is very fast, rushes. Например, здесь говорится, что Радика не просто она выходит на свидание с Кришной, она вырывается буквально. То есть она очень быстро двигается, очень стремительно, она стремительно выбегает. But the Dasi is showing her the way. Но именно Даси показывает ей, куда бежать, показывает ей путь. Keeping her alert, keeping her like, you know, in the direction and protecting her. И она сохраняет ее правильность, ее направление. And telling her sweet things about Krishna at the same time. И одновременно она напоминает ей, рассказывает ей о сладких воспоминаниях встреч с Кришной. So I think it's very interesting because it seems like a very intense service mood at that moment that is very difficult. Can you imagine she's carrying these things? Srimati Radhika is rushing. At the same time, she's like kind of holding her to show her the way and telling her sweet things about Krishna at the same time. И можете себе представить, насколько это сложно одновременно выполнять столько всего. То есть Радика, она стремительно, да, она бежит, она не разбирает дороги. И служанка должна и направлять ее, и поддерживать ее, и держать этот поднос, и также рассказывать вот эти все сладостные вещи, чтобы поддерживать настроение Радики. Можете себе представить, насколько это сева сложно? So that seems to me that this Dasi is at the same time like a spiritual coach for Swami and keeping her like in her flow and orienting her way and trying, you know, keeping also all the paraphernalia. It seems very intense moment, intense. And full of surrender. И можете себе представить, насколько это напряженный момент, насколько он интенсивный по переживаниям, по накалу страстей, да, настроения, когда Радика устремлена, она бежит, не разбирая дороги, служанка должна и контролировать ее, направлять и поддерживать ее настроение, как такой вот, да, духовная поддержка такая, да, то есть она рассказывая, еще и она несет тяжелый поднос. So this Dasi has to be fully fixed on Swamini, fully, 108%. And there's not any other desire, any other thought, any other intention than just serving her. And also this intensity has to come now in the Sadaka Deha to connect in this mood. И если мы видим такой накал, да, в ситуации, нужно понимать, что служанка, она полностью погружена в Свамини, в Радику, на все 108% она в ней, в ее настроении, в ее пути, да, в ее цели. И в нашей садака дейхи мы тоже должны быть также сосредоточены. And Gurudev is like kind of like checking us and saying, are you ready for this? Are you doing this now? Are you alert? Are you fixed? Are you one-pointed? Are you ready to do this, you know, what nobody can think they could do? Because it's not out of this world. It's pleasing Srimati Radhika's senses or helping her to please Krishna's senses and serve her in that. И посмотрите, как наш Гурудев, как он постоянно нас проверяет, как он нас как бы встряхивает, да, и говорит, а ты готов, ты вообще пробужден, ты сосредоточен, ты не отклоняешься, то есть он нас постоянно держит вот в этом
состояние пробуждения, потому что он даже в этом мире, находясь на своем месте развития на духовном пути, мы должны быть полностью включены в Радику, в ее потребности, чувства, в нее. Also, this is I feel this yugara service. This mentioned ingredient for the yugara service. So what is yugara? Также в комментарии говорится о том, что это на подносе лежат различные ингредиенты для служения югала. Кто такая югала? So externally, oh, this is for arati. Внешне эти ингредиенты для арати, ради Кришны. I feel it. This is, you know, chandan, sandalwood. It's cooling our body. Also smelling very nice. And touching also very, you know, nice, soft. So perfume is nice aroma. Garland also, you know, nice aroma. Also, this touching and, you know, hanging from the neck, this is beautiful. So my feeling is this all ingredients satisfy the sense of Radha and Radha's moha. И что же парафиналия несет на подносе служанка? Она несет эту мягчайшую божественную сандаловую пасту, которая очень приятна, когда ее наносят на кожу. Она очень приятно пахнет, и она обладает эффектом охлаждения. Также она несет драгоценные масла, которые обладают ароматом, и они также услаждают, да, чувство обоняния. Также гирлянда, она и красиво выглядит, и она приятно пахнет. Поэтому все это направлено на наслаждение чувств божественной чты. So this is the yugara service. We try to satisfy their senses. Поэтому что такое югала сева? Это попытка услабить чувства радхи и ее мохану, да, божественной чты. Now you, anybody would like to share? Because we don't want to be the only ones to share here. It's a Russian Zoom, so please also open up and share something. We just try to give you some feelings from here. What is our, you know, mood right now and how we try to be. Like a Damodara Prabhu. Yes, and please help us also. Radha Govinda Prabhu. У меня есть вопрос. Или дополнение, Говинда Вахини, можно? Можно я сейчас, да, сейчас я немножко скажу. Thank you for sharing, because, you know, Gurudev is also chastising us, Russians. And for me, he also sent an audio message, Gurudev, like, Govinda Mohini, you are sanctuary, don't be sanctuary. So everyone is getting this treatment, done the treatment. Less or more, but we all have now it. We're all in the same process. И я сказала спасибо, потому что Гурудев у нас, русских, как бы тоже, да, учит данда, кого-то больше, кого-то меньше. То, что Гурудев мне тоже прислал сообщение, он сказал, что Говинда Мохини, не будь санчари, давай исправляйся. Поэтому мы все сейчас в одном процессе, это у нас вот зум, он, все зумы, они полные, да, они общие такие. Да, пожалуйста. Да, у меня большая благодарность, да, что вот Сунити, Джайананди, как они нас погрузили в эту кунжу, в эти эмоции. Но у меня вот как бы легкое дополнение о том, о чем говорил в начале, да, вот нашей катхи, Джайананда, о том, знаете, там, тот момент вот этой однонаправленности, жажды однонаправленности, да, кратчики. И у меня есть как бы хорошая история Винода Бихари. Рады. Radha Govinda Prabhu, he is also very grateful for you, for both of you, that you shared and you put us very deep into this mood, into this verse, into this atmosphere. And he wants to add something from Vinoda Babaji from Varshana, from his Padha. Да, это знаете как, Vinod Bihari, вот Джайананда, он, да, я вижу его, помню, он нас водил, мы ходили, помнишь, Радха Чаран, да, мы целый день, он к Виноде Бихари, мы обошли с ним и пели баджан. Рады.
Да, возлюбленный Винод Бихари. He's saying that when they were together, Radha Charan and Radha Govinda in Vrindavan, they visited Varshana and visited Babaji Maharaj, and they made a parikrama, and then they sang bhajans with him alone. И вот, вот такую историю, да, вот в этой теме, в том, что, ну, как бы, где мы можем оступиться, да, в гопи-бхаву или в какую-то в другую бхаву мы вступим, да, как, какова должна быть сила жажды. И вот Винод Бихари, он приводит пример, он говорит, что вот в этой жажде мы должны, как бы, посмотреть, для сравнения взять Ханумана, Ханумана из Рама-лилы. And Vinoda Babaji, Vinoda Bihari Babaji, he explained also, he said about this alteration with the Manjari Bhava and Saki Bhava, and he was explaining what can be useful to be fixed in one Bhava, in Manjari Bhava, and his explanation was about Hanuman. He set an example about Hanuman. Да, то есть для нас, как бы, да, даже для, вот, как для Кинкари, да, а Винод Бихари, да, и Садху Махарадж, он его же, да, как, тоже как старшего брата признает. И он говорит, что мы должны вот, как служанки Радхарани, научиться вот этой жажде, насколько Хануман, он перед ним, когда стоял Кришна с Арджуной, он увидел его, и он видел Раму, и он начал возносить, плакать, на стоп упал. А рядом, знаете, стоит Арджуна, и он такой, какой же Рамачандра, типа, что он молится? А он не видел, да, то есть он был в другой бхаве. Но у Ханумана, у него вот это, он в даси-раси. Он какую бы аватару, не то, что, знаете, там гопи или ватсалью, там как мама да, Кришны любит. Ну, то есть Хануман, вот у него вот эта жажда однонаправленности. Он, знаете, как в любящем сердце он всех видит, как наша Рада видит. Да? Она же во всем кресинем, это Кришна. Лиана, туча, облако. And Бабаджи Махарадж, he set an example of Хануман, and he told this story about there were like standing together, Krishna and Arjuna. And Hanuman, he came and he saw in Krishna, he saw his Ramachandra, and he started bowing down and crying and saying something to his Ramachandra. And Arjuna, he was puzzled, like, what is he doing? This is Krishna standing near me. And he could not understand what is happening because Hanuman's mood, he like was unavailable for him. This is an example of this one-pointedness, how in his bhav he was so fixed that he everywhere, in every avatar of Krishna, he saw his Ramachandra. And for him, because for him it was the only pressure of his heart, the only jewel of his heart. So he was very, very one-pointed. This also a good example for us, like Radhika also is in every dark thing, he sees her beloved, her Mohan, so also we can see Radhika everywhere when we are fixed. Да, и Винод Бихари говорит вот в этой связи, да, в этой аналогии. Вам понятно, да, Говинда Махини? Я, может быть, путанно немножко объясняю? Нет? Нормально? Понятно, понятно, да. И он говорит, что, ну, то есть в любящих глазах, в любящем сердце, да, он видит только, ну, то есть вот такую жажду. То есть если мы служанки Радхарани, Кинкари, да, если мы приняли всем сердцем, всем нашим, да, существом, мы туда идем, да, по стопам Рупы, Рагунатхи, Ананта Дасбагджи, Нитайгора, да, Саду Махараджа, да, то как бы, ну, как мы везде будем видеть Манджари. Ну, то есть, знаете, как, или как, любые другие бхавы, вот как Хануман, перед ним вообще стоял Кришна. Кришна стоял, да? Но вот эта любовь к Раме, он же его увидит, ну, как бы он видит во всем Раму. И вот у нас такая же жажда, как вот у Хануман. И говорится, что на Винод Бихари, что его, да, шастры приводят в пример вот в этой жажде именно, не просто, да, в даси-раси, а именно жажда, то есть такая у него была.
Да, и вот подобным образом мы должны, да, то есть, ну, если мы в это, когда, да, как Махарадж говорит, наш, да, Саду, если мы в Скай Бави, то нам чего бояться? Рады. And Radha Govinda, he is saying that this is an example not of Dasya Rasa. The Shastras, they are telling this story just to show us his eagerness, his very one-pointed, passionate and strong eagerness. So it's an example for us to have the same, to attain such an eagerness, such a one-pointedness, that in every person we will see our Ishta Devi, our Radhika. How Hanuman, he was seeing in every Krishna avatar, he saw his Ramachandra because he was in love with Rama. It was his only Ishtadev. So we should also be thirsty, be eager, be one-pointed. And yes, we will be fearless then if we will have our Sai Bhava, if as a Manjari we see in every person, we will see our Ishta Devi, and Krishna will be like her beloved. У вас выключен микрофон, Рада Говинда, пожалуйста. Да, вот такая, я говорю, мысль Винода Бихари, да, на эту тему. И у меня еще вот это дополнение к Джаянаде. Ну, может быть, что-то он мог бы сказать. Но у меня вопрос маленький к Кунике. Вот по тексту сегодняшнему. Она читала, что вот эта служанка, когда, помните, в этой сегодняшней вот картине, да, игре, в которой они удивительным образом нас погрузили, там было, что служанка, она готова защищать, да? Радхику. Да, оберегает, вот по тексту я нашел. Она оберегает ее. Это вот предпоследний, да, большой абзац, последнее предложение. Служанка показывает Радхике дорогу и оберегает. Вот я хотел бы вот по моменту, пусть Сунити два слова скажет. Что такое оберегать Радхику или хранить ее? Рады. And Radha Govinda, he is asking you, Suniti, about today's verse commentary. Here it is said that Kinkari not only carrying these utensils, not only showing her way, but also she's caring about Swamini. So he is asking what means to care about Radhika, about Swamini. Very nice question. And very deep meditation, because that is our only goal. Очень хороший вопрос вы задали. Это очень глубокая медитация, потому что это наша цель. That means that every thought, every feeling, every little thing of my existence is for her pleasure. Это значит, что каждая моя мысль, каждая моя секунда моего существования должна быть ради ее удовольствия. And she becomes, it's not only that I say I'm yours, but she becomes mine with this love and attachment. Some intimacy in the relationship is happening. И это настроение не только предание, что я твоя, но это также из-за большой-большой близости к Свамине. Приходит настроение «ты моя», приходит сильная вот эта мамата, что «ты моя, и я тебе позабочусь». And in this intimacy, when the feelings become condensed, means egoless and pure. И из этой близости, из-за сближения с Радикой у нас эго уходит, и все очищается, все становится чистым. The more we can always feel and hear her in all our activities, whether it be here in the sadhakadeya or there in the spiritual existence. Благодаря этому усилению вот этой близости к ней и возрастанию вот этого чувства принадлежности растет погруженность в нее, и мы ее можем чувствовать. Даже находясь в нашей садхакадехе, мы с ней связаны, чувствуем ее все больше и больше.
And one day, when the mercy of Gurudev has come, then we can reach our perfection. It will be one. И когда прольется милость Гурудева, мы достигнем совершенства, тогда это объединится. Now we are speaking about it. We are aspiring for it. We are in our unripe and, you know, praying level. And then we will be Prema Dasi, Radha Dasi, and then we will be in direct darshan, in direct service. Объединиться что? То есть сейчас мы только желаем. Сейчас у нас вот есть начальные желания, да, быть радикой, определенным образом служить, и они будут все нарастать, все как бы все наше сознание занимать, и потом на стадии совершенства мы действительно это свершится, и мы станем вот этими према даси, рада даси. And Gurudev is always urging us to become so much absorbed in our sadaka deyas, to feel her everywhere, to serve her everywhere, not only in our reading the books or in our mala, but to see her everywhere in all the living entities, in all life circumstances, and to always be in this dasi bhav, in this. И Гурудев, он там застыло видео. И Гурудев, он буквально побуждает нас, он нас хочет вдохновить очень сильно, чтобы мы не только думали о радике, когда мы читаем книги, когда мы берем нашу джапамалу, но также в каждом моменте жизни, в каждом жизненной, в каждой ситуации, чтобы мы видели радику, видели ее, как сказать, да, для нас, что это ее история для нас проигрывается, чтобы мы были рада даси здесь, в садакадехах и в наших жизненных ситуациях. Так, что-то с интернетом. Ой, Мангер Мандир весь пропал. Смотрите. Дамодара, дорогой, скажи пока это. Выпали наши старшенькие с микрофоном. Скажи ты два слова. Вот да. Да, я понял. Рады. Да, я понял, что ты хочешь. И Сунити, она пошла в сторону садхакадехи, а у тебя вопрос был другой. Здесь ты можешь представить себе о том, как она непрерывно щебечет. Это одна из форм защиты. Она непрерывно щебечет. Она занимает целиком, полностью раковины ушей Шримати Радхики. Она, мы знаем, что там каждое слово — это песня, то есть, другими словами, это не просто разговор, не просто болтовня, а вот этот щебет, это пение. Она непрерывно поет, поддерживая определенное, именно определенное настроение свамини, не позволяя свамини уйти в иные свои состояния. У нее может быть много разных состояний. Манджари, они поддерживают, в зависимости от внутреннего желания свамини, они поддерживают определенное настроение. Реактор ее определенное настроение. Это поддержание ее определенного настроения. Да, они аккуратненько поддерживают, что выдвинуть, что убрать, какие, сказать, чтобы реактор выдавал только соответствующую желанию свамини температуру. Так, перевод. У нас вернулись. Я не знаю, успевают там переводить, не успевают. Вайшнавы вернулись, хочу перевести. Давайте. Это только. Да, давайте, переводите. So Дамодар Прабху is saying, answering, also adding to this topic, how Manjaris, how they're caring about Radhika. He's saying very nicely, like Manjaris, they're like a bird. They're filling Radhika's ears with these birds singing, with these birds chirping, with songs of love, which maintain the particular mood. They're very gently,
know how to balance her mood and where to put something, where to take something to maintain this particular, certain, this very subtle, loving mood. And he's saying that in spiritual world, every word is a song. So it's not just talking. She's not talking to Swamini. She's filling her ears with bird singing of her love talks about her beloved. And this is her care. And also he's saying that, like previous Russian Zoom, we were saying about this nuclear reactor. Can you remember about this atomic reactor? So they are keeping this certain temperature to make this reaction go. Not too fast, not too slow, but in like it should be like this. И это же не просто делается, это же ей нужно нарисовать живую, объемную картину в своем сознании и перенести эту картину на холст сердца Шримати Радхики. And he's saying that they are not only talking, they are not just saying something about Krishna, they need to paint carefully and artistically paint this picture and to transmit it to the canvas of the consciousness of Radhika, to put this picture in her. It's 3D, all dimensions. In different three dimensions, yes. And moving picture. Да, то есть это не просто... То есть это не просто болтовня. Это не просто болтовня, не просто заполнение звуком. Это целенаправленное поддержание настроения с вами. This is not just talking, it is very expertly there. Кто-нибудь переведет? Keeping. Да, я перевожу. Слышно? They are keeping her mood. А, да, they are not just talk. Сейчас слышно, да. They are keeping her certain mood very expertly. Ну и помимо прочего, куда идет с вами, не тоже очень важно, потому что она не разбирает дороги, она идет напрямую, как слониха, как слон, который вот сквозь чаще идет напрямую, без дороги. И здесь она ранит свои ноги, она протыкает свои ноги, чтобы вот этого не случилось, чтобы она шла по вычищенной тропинке, потому что тропинка, по которой ее ведут, она вычищена от этих вот, от иголочек, она вычищена. В Манджаре уже есть те, кто служит этому защите, они уже вычистили эту тропинку от всех камушков и колючих, и чтобы с вами не поранилась. И здесь важно, чтобы она не забрела в какую-то чащу, и нужно направлять ее, чтобы она не поранилась. За этим тоже нужно следить, потому что ее может унести. Ее может просто унести. Another service of Manjari is to guide her, because Radhika is like a mad she-elephant who is just rushing through the bushes, through the forest, not knowing the path, not knowing everything, just rushing through. So, but when she's rushing, she can hurt her feet, her tender soles of her feet with the thorns. So to avoid this, Manjari, they have cleaned already all this forest path from these thorns, from this pebbles, from the stones, from everything. So they need to guide her through this path, through this road, particular road. So they're taking her and guiding through this road to keep her tender foot soles safe and undamaged. So it's the second very it is the part of their seva, of their caring seva also.
Ну и помимо прочего, взаимодействие со всеми, кто встречается на пути, со всеми странными, случайными прохожими, не знаю, кто там может быть в ночи, но не всегда, это не всегда ночь. Это не всегда ночь, поэтому и взаимодействия могут случаться. Со всеми прохожими, со всеми животными, птицами, насекомыми, то есть вот со всем этим, со всеми теми, кто встречается на пути, идет взаимодействие. Прохожих, обманывать прохожих, успокаивать змей, птиц, животных, потому что они же идут на, этот, на эту сладость, они же реагируют на это, они же к с вами не летят, они же бегут, им же и взаимодействия важны. А Манджаре нужно всех растолкать, успокоить, перевести в другую сторону, чтобы все-таки дойти до нужного места. And also how they care in Manjari. They also need to protect Radhika from strangers who may cross her path, from insects, from some snakes, from some animals who are like who are coming to her because they are attracted by this love personified, by this sweetness personified. Insects they are coming on this sweetness. Animals they are coming on this love personified. So Manjaris, they need to protect her from, they need to calm down these animals to somehow to lie to these strangers if they meet some on their path. And they are protecting Radhika from these distractions to come quickly, to go quickly to her to her goal. Ну и разумеется, всевозможные напоить. Если Радхика почувствует, если Радхика почувствует жажду, то напоить, сделать массаж стоп, если она устала. И при этом держать поднос со всеми периферналиями, которые тоже являются тем, что защищает настроение, потому что ароматы, которые она несет, соответствуют определенному настроению и поддерживают определенную картину в сознании свамини. Но они сейчас не работают, они сейчас не пахнут, они ждут своего момента раскрытия внутри кунджи. Соответственно, они там раскроют для того, чтобы поддержать то настроение, которое соответствует желанию с вами. Да, интересно, прям необычно. И also Дамодар Прабху is saying that Manjaris they are carrying this tray with fragrant utensils for this arati. Why so much fragrance? Because this fragrance is like this certain fragrance is for certain mood, for maintenance of the certain mood. So they're bringing one particular fragrance to make the certain mood in the kunja. And while they're carrying this tray, these aromatic things, they're not giving aroma, she's saying. Very surprising things, actually. Because these utensils, they are waiting for their time, for the right time, for their service. And when they arrive at Kunja, they will give their aroma, they will give their smell to make the certain mood in Kunja for divine couple. Mm-hmm. Ну и на финальном этапе Нужно же убедить Свамини в том, что она пришла в нужное время, и чтобы она не убежала обратно.
Это тоже защита ее интересов, интересов свамини, потому что она захочет убежать обратно, когда она увидит Кришну, она захочет убежать обратно. Она спросит, что я тут делаю? Посреди ночи, зачем ты меня сюда привела? Я порядочная девушка, уведи меня обратно. Что здесь делает этот развратник? И так далее. Здесь нужно ее убедить в том, что она в нужном месте, в нужное время, в нужном настроении, и он достойная личность, он всячески достойная личность, что он не обманет ее, что он никуда не убежит, что он та-та-та-та-та-та-та-та-та. То есть это целая сказать, не просто тирада, это убедительные картины, которые должны вселить уверенность и поменять настроение с вами. Оно обязательно поменяется. Это тоже защита. Это тоже защита на финальном этапе. Ну а дальше тоже сплошная защита. То, что будет происходить, когда после вложения руки, далее проведение, и внимательно смотреть, что... Потому что они... Да, реактор, то есть имеется в виду... Да, реактор, потому что там еще внутри всего, что будет происходить, это тоже защита. Потому что там много будет всего происходить, когда самый сложный переход – это переход с вами в состояние, да, состояние ананги – это самое сложное. Нужно, ну, в общем, ладно. Translation, please. Рада Говинда Прабу. Нет, автор, после, давайте я переведу, чтобы у нас вся наша, и японцы же слушают, и все слушают. Okay, and also I didn't mention that, of course, Manjaris, they are giving some beverages, some water, something for refreshment of Radhika while they're going. And also they're giving massage to her soul, I didn't mention. And now Damodar Prabhu, he is saying, of course, the biggest care is when Radhika, she has arrived in this kunj, and she's seeing her beloved, but her mood can change. It definitely, it will change her mood. She can just turn around and go out from the kunj. So Kintaris, they're very expertly, they need to convince her that she is in the right time, in the right place, with the right person, that you can rely on him, Swamini. He will not cheat you, he will not lie to you, he will not go away. And they're expertly making this mood up to this Lila to be continued. Because Radhika, she every time she wants to just rush away because she's saying, I'm chaste housewife, what I'm doing here in the night, I need to go home. Why did you put me here, bring me here? So just go out. So Manjaris, it's there. Biggest care to protect this mood and to make this mood up for Lila to continue. Вопрос, да, Рада Галинда? Можно, Дамодара? Прости меня, родной. Ну и окружение. Это защита доброго имени. А, ну ладно. Да, давай. Пожалуйста, маленький. Мне на один момент непонятен. Я последняя сопливая. Тебя не слышно. Нормально, Говинда Махини? Давай. Да. Вот ты, да, по игре сегодняшней, вот ты начал, да, удивительно, чудесно, вот эти, да, жажда служанок, да, которые ради нее, да, как они ее оберегают. И вот там момент прозвучал, что она несет сандаловую пасту. Да, благовоние, помните, подносит как бы с подношениями, да, для пуджи. Да. И вот момент, да. Помнишь, мы с тобой раньше, да, как бы доходили, нам... Это не пуджа. Это не пуджа, нет. Неважно, этот, Дамодар, смотри, они, помнишь, вот каждый атрибут, они так служат, что они заговаривают. Да. Да, вот опять же, вот эту, да, какую-то страсть, либо ее повысить, любовь раз, да. Либо понизить. Да, вот да, сегодня да. День у меня... Ну, на что заговорили, да, вот, да, сегодня, да, в удовольствии? Да, да. На подносике у нас...
Рады, рады. Перевод. Это тебе нужно. Рада Говинда's question. Это тебе нужно. Да, да. Ладно. Rada Govinda's question is about this tray with paternalis. And he is saying that already we know that each paternalia is like a spell. They're putting a spell, manjaris, on each paternalia to make the loving mood up or make a little bit down. So he's asking, Damodar Prabhu, can you explain on which spells are on this particular perfume and garland and this divine soft sandalwood paste? Это тебе надо будет входить в состояние, в глубокое состояние баджана, чтобы определить, что там сегодня, что сейчас Ратика чувствует. Это, и причем оно у всех будет индивидуально. То, что чувствуешь ты, это не значит то событие, которое раскроется для тебя, это не то событие, которое раскроется для Говинды Махини или для меня. Это удивительным образом работает. Мы общее направление защиты указали, и заговоренность всех элементов, ее всех украшений, все украшения, она украшена всеми заговоренными предметами, она украшена, она защищена всеми этими заговоренными тканями, у нее сама одежда заговорена, у нее гирлянда заговорена, у нее вся подводка заговорена, они заговаривают каждую подводочку, каждое украшение, каждую линию, каждый рисуночек они заговаривают, она вся в защите, она вся защищена. Но что, на что именно заговор именно вот сегодня, это нужно в баджане. Это нужно в баджане, потому что это не раскрывается на всеобщее. Говорится направление, а на всеобщее обозрение тайна сегодняшнего дня не раскрывается, а каждый раз она будет разная. Каждый раз она будет разная. Каждый раз она будет разная. Namodar Prabhu is replying that you should about this meaning of each of these utensils on the tray, about what is enchanted there, in particular this fragrance and garland. You should know yourself, he's saying, immersing deeply in your bhajan, because for you it will be different than for me, or for me, he says, for all of us it would be different, because in bhajan we will have a little bit like personalized feedback from this. So he's saying that we are saying only main guidelines. And these particular things for each and every of us would be different. And he's saying that, yes, definitely and for sure, each and every part of Radhika's Shingar and even her cosmetics and everything is enchanted by Manjari. Because when they are putting on her, each and every part of her Shingar, of her ornaments, of her cosmetic, they are putting a spell on it. They are enchanting it on the proper mood, on the proper future. This their pastimes like this. But for to know this, what will be particular today? These spells, and because every day they are putting on her, and every day different. And his main idea, Damodar Prabhu, that. We should be in bhajan to know what will be today's spell on each and every item. So it's personal things for all of us. It's not for the audience. It's not for everyone. Where he's saying that we are just main guidelines of the lila we are discussing. Сейчас пришло время. Ну и последнее. Защита, имеется в виду такая. Что? Что не слышу? И последняя защита такая окружная, или скажем так.
периферийная защита. Это защита доброго имени. Вот, это как это убедить тех, кто всех родственников Ратики, что она спит, у нее все в порядке, никуда она не ушла. Вот это вот это тоже защита. Защита доброго имени, свамини, это тоже необходимый элемент. Но это уже внешнее, но тем не менее, тоже необходимое. And also he's saying about the last, how to say, the last protection and care of Manjaris, it is to care of her reputation. It's protection of her good name. Because also Kinkaris, their service is to convince everyone that Radhika is chaste, that with her is everything okay. She's staying in her room, she's sleeping now. She didn't go anywhere at night. She's a chaste housewife, so they're protecting her good name. It's also their caring. It's also their service. Thank you so much, all our dears. We are so excited to feel you, to вот hear you. Вот это кратко, если о защите. But our time, now we have to go to RT. It's 12:30. What time? Also another Zoom in 3-4 hours. So this is our second class. We had already 3 hours this morning. And it's like very intense at the moment. So please forgive us. Thank you, see you. Извините, говорит, что у них уже три, короче, у них было 3 часа утром, потом сейчас русский зум, еще через 3 часа еще будет один класс. Говорит, все очень интенсивно, мы сейчас хотим пойти на арати, мы их давайте отпустим и увидимся все на хорватском зуме. Rade, thank you. Rade, I made you a host, Govinda Mohini, so... Rade, Sumati! Rade. See you soon! Rade. Wow, Rada. Wow, Rada Ramanji. Rade. My God, something beautiful. Hey. Wow. Okay. Радхараман, вот видишь, это для тебя я привез специально, так ты просил. Я здесь. Ради. Ладно. Ради. Спасибо, Тамадо. Прости, если я тебя дергал и как-то... Но ты мне не ответила на вопрос, Дути. У меня есть право на еще на один вопрос. Дайте время, 5 минут, Говинда Махини. Можно? Давайте, если они нас пока не отключают. Можно? Дамодар, я не могу, меня просто жжет этот вопрос. Знаешь, вот это видение этой слонихи, как ты, да, ты объяснял, она идет, несется просто... Как без, ты сказал, как слониха, сметая все на своем пути. И я хотел еще добавить, знаешь, в ходе твоего обсуждения, это же еще опьяненная слониха, безумная. Вот, расскажи два слова просто вот про такую нашу. Да. Так, тогда перевод, потому что с нами Бхакта остались еще. He's asking Radha Govinda his last question. He's saying that last question. Yeah. In this commentary, in this verse, it was mentioned that Radhika is going like a she-elephant, but like not ordinary she-elephant, like drunk she-elephant. She's completely crazy elephant. So Radha Govinda is asking Damodar Prabhu to explain how Radhika, how is her mood of completely crazy she-elephant. Я не специалист в слонах. Небольшой специалист. У меня о слонах лишь... О слонихах. Такие представления, книжные представления. Да, тем более, да. Если мы все укрупняем для того, чтобы понять, то для меня это... Пример, который есть в шастрах, это пример боевых слонов, которые вот опьяненные боевые слоны, которые сметают порядки. Они вот разметают все, сметают порядки все боевые.
они идут просто и своими, сказать, мощными, укрепленными, как сказать, в железо закованными ногами, они разбрасывают эти вот, и своими клыками они вот полностью разметают все, всех, кто встречается на пути. Но они управляются одним маленьким крючком. Есть одно болевое место. То есть управление все-таки есть. Болевое направо, налево, то есть определенные места у слонов, они очень болезненные. Их, есть, они все-таки толстошкурые, а вот это место у них очень такое тонкое и болезненное, и они остро реагируют, даже в бешеном состоянии, даже в опьяненном состоянии, все равно очень остро реагируют на это болезненное прикосновение. Так вот, здесь я бы хотел привести пример, как все наши мысли, как все наши санчари, бхавы и прочее, как все наши несоответствующие нашей стайбаве настроения, радика, она вот сметает эти боевые порядки, она вот сметает огромное, вот она, вот гигантская слониха, которая опьяненная любовью, и она сметает все эти боевые порядки. Вот, и они только кажутся этими какими-то могущественными демонами, пока не, на поле боя не войдет эта вот опьяненная любовью слониха. Да. Дайте я переведу, подождите. Дамодар Прабху, he is saying that I'm not a professor of elephants. I don't know so much about elephants, but all I know is like from the books. In ancient times, in India and in other parts, they're using elephants in battles, on war. They were protecting elephants with iron, these iron things, and putting some these thorns on them. And they used an elephant against some armies, against some these people also. Who were fighting with them. So this elephant, he was completely mad and completely like drunk, and he was just throwing these hundreds of people at once because he's very, very strong and ferocious also. But he's also mentioning, Damodar Prabhu, that there are two places on the head of elephant, like you can guide him with this parts. When you are putting some hook on its head, elephant's head, you can make him move right or left. So although this elephant is completely mad and completely ferocious, you can also guide him. So he's saying that Radhika is like this mad she elephant, very big, very powerful and crazy, completely crazy. And all our unwanted moods, some like this different moods, different bhavas, like these demons, they are very powerful until they meet this huge, ferocious Radhika elephant. And she can very easily like knock them out from our consciousness, from our life, these powerful demons of different desires. И вот эти вот демоны, которые нам казались непобедимыми, демоны, которые дали нам разум, демоны, которые ограничивают наше видение собственным невежеством, они исчезают, потому что я бы сюда внес еще один элемент в эту картину, недостающий. Это когда слониха спасает своего слоненка. То есть имеется в виду, здесь должна быть заинтересованность. Заинтересованность, и она, если мы добавим сюда еще вот этот элемент в эту картину,
что она, цель ее не просто, не просто быть, сказать, она не наемница в армии, если мы говорим об этом сравнении, нет. Она идет, чтобы спасти, спасти своего, если мы говорим о Манджаре, то спасти свою Манджаре. Вот. А если мы говорим о Кришне, то спасти Кришну от той боли, которую он испытывает, потому что он в разлуке с ней испытывает величайшую боль. Чтобы спасти Бога от боли, то есть чтобы спасти Кришну от величайшей боли, которую он испытывает в разлуке с ней. Вот если, в зависимости от того, куда мы смотрим, в зависимости от того, на что мы направляем внимание, можно рассматривать как спасение беспомощного слоненка, которым мы являемся, или как спасение вот этого упавшего на поле боя слона. Он упал просто от этого внутреннего состояния, с которым не может справиться. Он упал и ревет. Вот. И чтобы спасти его, привести его в сознание, она несется туда. Она несется туда не для того, чтобы утолить свое желание. Нет. У нее нет этого. Она несется туда ради того, чтобы спасти его. Это ее стаи-баба. Вот. И у нее он лежит на Кришне, да? Мы можем размышлять на эти темы, исходя из акцентов, которые можно перевод? Взять в этой картине. Можно перевод, пожалуйста? Очень, потому что важное такое. Перевод. Что говоришь? Да, давай. Very important point here is that Radhika, she is like this very powerful and mad elephant. She is going to this battlefield not for herself, not to fulfill her own desires. If we can see from two points of view. One is like she's coming to this battlefield to destroy these demons for us. Like we are like a helpless baby elephant. And we are just crying for her mercy and she's rushing to save us as a kinkaris. So she has no her personal goals. She is coming for us. Or the second point of view, she is rushing to her beloved to relieve him from this pain of separation. Because when Krishna is separated with Radhika, for him it's the greatest pain. Can you imagine that God can feel unlimited pain in separation with his beloved? So Radhika is going like a she elephant. She is rushing through this demon, throwing everyone, like knocking out, because she wants to reach this another elephant who fall with some scars, with some this blood is coming and it's feeling pain, and she wants to protect him. She wants to save him. So the main point is Radhika is not doing for herself. She has no her personal goals. She is doing for someone, for her kinkari or for her beloved. Дамодар, маленький вопросик, уточнение, можно? Маленький. Ну, так. Говорит Дамахини, можно? Давай. Вот как бы вопрос звучал, да, про опьяняющую, опьяненную слонику. Нет, просто чудесно, изумительно. Но мне не понятен мой один момент. Вот опьянение Радхики, ведь она для Давай. Него. Вот она же, да, она для него живет, она им опьянена. Им она опьянена. Да. Опять мы понимаем, что она, да, как ты выше сказала, она не наслаждается собой, да, себе, она не берет. Вот и вот эта степень, ну то есть как, ну два слова скажи, Дути, как она, как наша Рада, ну то есть глядя на своего Мохана, Говинд, вот это чувство, эмоции, да, мы не хотим Гопи-Пхаву, но как Рада его, ну, как она его чувствует и как она, как ее пьянит его вид, его вот этот, помните, она влюбилась из-за его танцующих бровей. Дамодар, скажи два слова вот про, как Рада чувствует своего Мохана, Рады-Рады.
Рада Говинда, нет, так, я перевод. Буду переходить, я переходить не буду на брови, ладно? Это а то мы уйдем. А... Нет, ну хорошо, так в общем можно, баба, пожалуйста, прости. Рада Говинда, he's asking, давай перевод. He's very satisfied with an answer. He's grateful, but he wants. He's saying that. But you have mentioned that Radhika is doing everything for him. She's not doing for herself. She's doing for her beloved, for her Mohan, because she's totally immersed in love with him. She's totally crazy in love with him. So he wants Damodar Prabhu to share how she loves him, her Mohan, something like this. Я на самом деле каждый раз об этом говорю, но каждый раз остаюсь неуслышанным. Я об этом говорил очень много раз и везде говорю. И в Мунгер-Мандире об этом говорю, и везде об этом говорю. Но я все понимаю, что это не просто понять. Здесь важно... Важно прикоснуться к природе Радхи и Мохана. Это очень важно. Их природа отличается от природы других проявлений божественного. И они являются сутью друг друга. Она опьянена вот этой сутью собственной, потому что он есть выражение ее чувств. Он есть олицетворение ее чувств. Он есть выражение ее любви. Олицетворение ее любви. То есть он выражение ее чувств. И она опьянена чувством. И она исследует именно это чувство. А он идет уже за ней. Он восстает и идет уже за ней, как я называю это, вторичный исследователь, потому что он поражен этим, идет за ней. Это связка. Она всегда первая. Она всегда первая, да, потому что она идет в неизвестное. Да, она идет в неизвестное. А он идет в то, что ему уже прорекламировали, ему показали, вот, и он, я хочу это изучить. Она-то идет в неизвестное, она не знает. Вот. А он хочет получить то, что уже ею, кстати, открыто. Это очень красивая связка, она естественная. И поэтому здесь она опьянена своим чувством, выражением которого, квинтэссенцией своих чувств, олицетворением которых является он. Квинтэссенция. Она объединена квинтэссенцией своих чувств, выражением которых является он, его форма, его рупа. Это тайна всех тайн, сарвагухьятамам. Я не знаю, насколько это может быть понято или понятно, но это очень... Это самое тайное из всех самых тайных знаний. Это Бхактивинода открыл, а да? Мы тут говорим об этом так. Дорогие бакты, давайте я сейчас завершу, потому что уже прям надо сильно идти. Я сейчас вот даже не услышала, не смогла перевести, потому что уже прям совсем там уже все рушится. Вот. Давай увидимся на хорватском зуме, да? Спасибо, Говинда Махини. Блин, родненькая, ну не покидай нас, мы погибнем. Вот только ты можешь вот водить это, да, удивительно. Не знаю. Я хочу, чтобы все было по воле Гурудева, потому что он сейчас там мистерии творит с нашим Радхачараном Прабху, поэтому я думаю, это желание Гурудева, чтобы хорошо. Он все переводил, чтобы он погружался, чтобы он свою баву. Поэтому я просто как вот мне что скажут, я то и буду делать. Я очень хочу слушать, я хочу тоже слушать и погружаться.